Вот уже сколько лет постаревший и одинокий ёжик ищет какой-нибудь выход из пены тумана. Вот уже сколько лет он пытается выйти к дороге, но вокруг только поле в тумане, и даже не странно, что его не разыскивают. А кому его ждать-то? Мишка умер, наверное, давно от нехватки варенья, а больше нет никого, разве только лошадка, да и та не больше, чем вымысел воображения. Вот уже сколько лет пронеслось, и Алиса забыла о чудесной стране, и с счастливой чеширской улыбкой она гонится за ритмом жизни с упорством Ахилла и не может догнать, потому и улыбка так зыбка, а страною чудес и мечтай теперь стала Франция. Жаль, безумный отец-математик в наследство оставил только книжку, а не состояние. Да что уж ругаться и грустить, надо принца искать. А принц на расстоянии, далеко-далеко от земли, с баобабом сражается и грустит о увядшем цветке. Да все без настроения, иногда полистает книжонку про то, как направился ежик в страшный туман к загрустившему другу с вареньем. Ищет какой-нибудь выход из тумана.